Ребятушки, всем доброе утро. Мы с Сёмкой проводили Серёжу на работу. Сейчас я Сёмку положила спать. Он уснул. И не хочу... И хочу сейчас сделать такую небольшую уборочку. И заодно поснимаю вам небольшую мотивацию. У меня вообще давно таких видео не было. Помню, как-то раньше я прям отдельные видосы снимала про мотивацию там на уборку. В общем, всякие такие видео. Вот, сегодня я сделаю небольшую мотивацию на уборочку. Заодно сама поубираюсь и замотивирую вас, возможно. Вот и ребенок проснулся. Быстро ты поспал, да? В общем, я сейчас положу его в коврик, а сама пойду покушаю и продолжу заниматься делами. Да? Ты ведь еще не голодный, да? Ты же мало поспал. Успела я сходить в душ. Сёмка проснулся. Поэтому пойду после того, как он уснёт ещё раз. Представляете, время уже 4:30. А у меня жизнь прошла вообще как одно мгновение. Опять весь день прошёл очень-очень быстро. Я не понимаю, как так быстро, куда летят дни. Вообще. Жесть, конечно. Но у меня там Сёмка что-то очень спокойно спит. Сегодня он засыпает на мне, я его перекладываю, и он потом начинает ворочаться. Блин, проснуться. Ну что, ребят, как вы поняли, мы с Сёмкой погуляли. Я записала одно видео. Сейчас буду монтировать. Блин. Сёма положил, он проснулся. Короче, сейчас буду монтировать его, если Сёмка уснёт обратно. И сейчас я покажу книжки быстренько, про сказки спросили Сёмины. Сейчас я покажу. Итак, прошло 4:30, я готова вам показать эти книжки. В общем, у нас пока что 3. Первое, это такой Колобок. Они, знаете, я думала купить как обычные книжечки, но потом я увидела цены в Читай-городе на обычные книжечки и поняла, что мне не подходит это ценовально. И я взяла вот такие, как раскладываются. Сейчас я ему просто держу над ним и показываю ему, но потом я думаю, что когда он уже будет там хорошо лежать на животе, хорошо голову держать, прямо это подолгу, да, то будем читать прямо вот так вот, раскладывать их. Это Колобок получается. И здесь Репка. Репка стоила 82 рубля, а Колобок вот 100 рублей. А вот эта сказочка, это вообще из моего детства, я училась по ней читать. Она, конечно, по слогам, но Сёмке нравится, кстати, ее смотреть, потому что здесь такие картинки, прям очень много всего, да.
И я ему читаю, он слушает, ему нравятся сказки, но не всегда. Главное, чтобы у него было хорошее настроение. Эту я даже не знаю, где покупали. А вот эти вот две были из «Читай город». Ну, тоже книжечка раскладывается. Я пока что не думаю ему еще новые покупать, потому что мы там за раз можем, например, две почитать, а в следующий раз эту. Он пока не слишком-то замечает, что это та же самая книжка, но в будущем я еще планирую покупать книги. Потому что я хочу, чтобы хотя бы в детстве он знал, что такое сказки. Вот, так, я сейчас камеру на себя переключу и расскажу. Потому что в детстве мы с моим братом прям очень-очень сильно любили сказки. Мы постоянно там каждую ночь просили маму, чтобы она нам их рассказывала. Мама там, знаете, уже засыпает, там все сказки у нее перепутались. Мы все равно продолжаем слушать. И после того, как мы уже насладились этими сказочками, то засыпали. Вот я тоже хочу, чтобы у Сёмки такие приятные ассоциации были со сказками, как мы их читали в детстве, да, как... И, ну, конечно, если ему это не будет нравиться, то не будем этого делать. Но пока я решаю, что он будет делать, а что нет. Пока он не научился говорить или как-то проявлять по-другому свои эмоции. Но сейчас, как вы видите, я не люблю читать книги, но вот в детстве, именно вот в этом периоде, мне это нравилось. Так что вот так вот, думаю, ему тоже будет приятно читать сказочки. Я пытаюсь не шуметь, чтобы Сёмку не разбудить. Я, короче, сейчас сидела за компом, немножечко помонтировала, сейчас опять пойду продолжать, зашла, думаю, в душик, что ли, сходить. Просто голову, не знаю, мыть или не мыть. Я вчера мыла, я сейчас отучаю себя от каждодневного мытья, потому что каждый день мыть голову, это капец, ну в такую жару приходится. Короче, я сейчас смотрела видос один свой про роды, и я так вспоминаю, господи, какие же это были идеальные роды, серьезно. Для меня вот все эти 7 часов, сколько там у меня роды были, они прошли очень быстро, легко. Я вообще не понимаю, как организм способен на такое. Ой, блин, спать пора. И я просто мечтаю, чтобы мои следующие роды были точно такие же идеальные, блин, и чтобы вообще у всех людей были такие роды. Ну ладно, сейчас не об этом. Пойду я, наверное, в душ все-таки схожу. А, кстати, еще у Сережи вчера, ой, завтра, походу, будет выходной. Надеюсь на это, но погодка не очень. Я думаю сходить в Колумб и посмотреть мне все-таки обувь. Помните, я хотела в Каре сходить. Ну, тогда еще он ко мне не дал. И сейчас вот думаю, если будет нормальная погода, без дождя хотя бы, то, наверное, сходим. Ладно, я пойду в душик, просто проснусь и пойду монтировать, заканчивать это видео и спать, а то Сёмка опять, наверное, проснется. Так что я вас всех люблю, целую, всем пока-пока.